Нам нужно с вами закончить разбираться с системным временем. Сейчас будем говорить о протоколе синхронизации времени НТП и о том, как синхронизировать свои сервера с интернетом. Я тут временно переехал, у меня странный фон, не пугайтесь. И, возможно, будут посторонние звуки, я постараюсь от них избавиться. Это тот же самый LPX-108.1, часть 2. Говорим о синхронизации времени при помощи протокола НТП. Значит, тут мы с вами разбираемся с тем, как настроить службу НТП. Нужно сказать, что есть такой сетевой протокол, он очень старый, я не помню, в каких-то 80-х годах его придумали. Network Time протокол, который позволяет нам синхронизировать внутренние часы компьютера, то есть наши часы системные в операционной системе, с какими-то серверами в интернете или в той же самой локальной сети. Плюс этого протокола в том, что он очень хорошо работает в сетях, в которых непонятна скорость передачи данных, так как мы как бы запрашиваем точное время где-то в интернете, и пока нам придет ответ, тоже проходит некоторое время. И протокол НТП как раз-таки рассчитан на то, чтобы вот эти вот разные скорости передачи данных не влияли на получение точного времени часами нашего компьютера. Работает он с использованием стека протоколов UDP. UDP у нас от TCP, напомню, отличается тем, что он не проверяет корректность передаваемых данных, он не дожидается ответов, просто туда-сюда бросает данные, поэтому работает быстрее. Работает по порту 123. Эту тему интереснее намного смотреть в Винде. В Винде для этого есть специальная утилитка v32tm.exe, то есть Windows Time.exe, которая позволяет нам настраивать синхронизацию времени. У нас у Microsoft до сих пор нету никаких удобных графических интерфейсов для настройки этой утилиты. Я на прошлом занятии говорил, что в домене постоянно сдвигается микрософтовское время. И как раз таки утилита Windows 32 Time.exe позволяет нам настроить службу точного времени на компьютере. Во-первых, мы можем настроить эту службу точного времени на синхронизацию с какими-то серверами времени где-то. А во-вторых, мы можем еще сказать службе времени, чтобы она объявила себя как авторитетной службу времени и сама начала раздавать время. Все это сейчас мы будем делать в Linux. LPI просит разобраться с проектом NTP Pool Project, такой есть, который хранит в себе сервера точного времени. Это кластер серверов точного времени. У меня, вы видите наверху в адресе сайта, я перешел уже на страничку ru на ntp.pool.org. Это просто огромное количество серверов точного времени. На сайте все про этот проект написано, я вам читать не буду, просто зайдите сами, посмотрите. Суть в том, что это куча серверов, которые умеют выставлять точное время, и можно запросто туда попасть. То есть, если вот они пишут, у нас есть сервер с внешним статистическим айпишником и нормальным интернетом, мы тоже можем участвовать в этом проекте. Суть в том, что у нас здесь есть сервера, мы можем найти наши сервера вот здесь вот, например, Европа. И вот у нас европейский пул, можем найти здесь российские сервера, Russian Federation. И вот, допустим, у нас пул серверов. То есть в этом пуле находится, вот написано здесь ниже, 110 активных серверов. Вот они, протокол IP-версии 4 и протокол IP-версии 6. Здесь показана нагрузка, как со временем растут у них запросы. И, в принципе, это очень популярный проект, и он развивается, и очень часто указывает именно эти сервера в качестве серверов точного времени. То есть, конечно, у нас у Windows есть time.windows.com, у Ubuntu там какой-нибудь NTP, Ubuntu.com, но, допустим, убунтовские сервера, вот эти NTP-шные, они находятся, по-моему, в Великобритании. Соответственно, нам это не очень удобно. Ну, время и так дойдет, но зачем гонять лишний трафик, если есть у нас сервера поближе. И мы сейчас будем настраивать нашу Ubuntu на то, чтобы она синхронизировалась с серверами из этого пула. То есть, это не конкретный сервер, 0.ru.pool.ntp.org. Это несколько серверов, и когда мы укажем в качестве сервера точного времени этот пул, нам будет какой-то из серверов давать айпишник. Сейчас попробуем. Для разовой подстройки времени сейчас в интернете, я уже говорил, что нам не нужно сверяться с точными часами, писать конкретно команду по установке точного времени, как мы делали на прошлом занятии, мы можем сказать superuser do и команда ntp-date, то есть команда, которая устанавливает точное время по протоколу NTP с указанного сервера. Допустим, вот только что мы смотрели на ntp.pool.org, мы смотрели сервера pool.ntp.org. Вот он. И вот он показывает то, что да, действительно, мы подстроили время, и отставание у нас было в полсекунды буквально от точного времени. И мы видим то, что у нас вот здесь появились часы. Мы можем снова попробовать. Может быть, даже сейчас нам будет выдан другой сервер с другим айпишником. Не уверен так быстро, что он нам даст другой айпишник. Скорее всего, у нас будет тот же самый. Но, по идее, отставание будет еще меньше. Но незначительно, даже стало чуть-чуть больше. Но это уже незначительные в сотую секунды параметры. Ну, видите, уже другой сервер точное время. То есть он каждый раз берет из пула сервак точное время и берет у него настройку времени. Почему у нас вот здесь вот такие скачут отставания? Во-первых, у нас на серверах между собой может быть незначительное отставание. Потом я сказал, что пока идет запрос и возвращается, видели, проходит достаточно много времени. И хоть НТП и лоялен к вот этим вот скоростям сетей, все равно небольшое отставание появляется. Поэтому рекомендуется добавлять несколько серверов точного времени, чтобы между ними шла сверка. Но мы сейчас просто делали вот эту вот разовую команду, при этом у нас сам по себе не станет он
сейчас постоянно сверяться с этим сервером точного времени. У меня здесь ситуация с виртуальной машиной, которая подтягивает время из моей реальной машины, а моя реальная машина с Windows 10, она берет время с time-windows.com. То есть я сейчас здесь немножечко извращаюсь, мне будет тяжело сдвинуть время, чтобы потом снова его вернуть, потому что средства VirtualBox практически сразу это время синхронизирует с моей реальной машиной. Чтобы они этого не делали, нужно заходить в конфиг виртуальной машины, там XML-овский файл на моем компьютере, редактировать его, и тогда у меня время у виртуалки не будет сверяться с временем реальной моей машины. Но я сейчас не об этом. Значит, для того, чтобы вот так вот сверяться с временем, раньше можно было создавать задачи для обновления при помощи планировщика Cron. Мы его проходили. Нужно было создать задачу Cron, которая, допустим, раз в день сверяла вот этой вот командой ntpdate0pool. Ну вот, в общем, вот этой командой, чтобы она сверяла время с сервером точного времени. Просто через планировщик. Но есть для этого отдельный демон. Он, вообще говоря, служит для того, чтобы раздавать точное время, но мы можем его использовать и для того, чтобы он сам синхронизировался с серверами точного времени в интернете. Демон называется NTPD. Мы его должны установить. Я не знаю, есть ли он у меня здесь или нету. По-моему, по умолчанию он не установлен. Apt-get install NTP. Да, его здесь нету. Сейчас он его быстренько скачает, установит, и мы сможем его настроить. Значит, у него много возможностей. Я говорю, он может выступать в качестве сервера точного времени, но мы сейчас его настроим просто для синхронизации времени с интернетом. Сам он раздавать никому ничего не будет. Для того, чтобы отредактировать его настройки, нам нужен текстовый редактор. Настройки лежат у нас в etc.ntp.conf. Это базовый конфиг, здесь очень много всего. И здесь вот ниже у нас, вы видите, указаны сервера, с которыми мы сверяемся. Он у меня здесь сверяется с серверами NTP Pool Project. На Ubuntu сервере, если я не ошибаюсь, по-моему, установлен по умолчанию один только сервер, вот этот вот, ntp-ubuntu.com, а здесь, видите, они говорят, добавляйте сервера из NTP Pool Project. У них здесь через Pool NTP.org их убунтовские сервера, которые тоже относятся к проекту вот этому NTP Pool, мы можем заменить это на свои сервера точного времени, в смысле российские, мы можем указать здесь, какие они у нас там, 0.ru-pool-ntp.org и так далее. То есть сейчас мы добавили наши сервера точного времени российские сюда. Сохраняем конфигурацию. После чего нам нужно перезапустить, как обычно, службу точного времени. Sudo service. Можно перезагрузить конфигурационный файл команды reload, но я люблю перезапускать. И теперь можно проверять синхронизацию с серверами точного времени при помощи команды, о которой тоже просит узнать LPI. Я сейчас вам ее покажу. У нее сложный вывод. Опять же, нам так далеко заходить сегодня не нужно. NTP query минус PN. У NTP Query куча различных запросов, куча различных ключей. В частности, вот этот вывод показывает, насколько с чем мы синхронизируемся. Здесь он показывает сервер точного времени. У этого сервера точного времени remote показывает вышестоящий. К слову сказать, у нас NTP использует несколько уровней серверов точного времени. Наверху находятся атомные часы, потом ниже находятся сервера, которые синхронизируются с атомными часами. Ниже сервера, которые синхронизируются с серверами, которые синхронизируются с часами вот этими атомными. И уже еще ниже, на четвертом уровне, находятся те сервера, которым дан доступ из интернета всем, кто хочет получить точное время. Вышестоящие сервера там на разных уровнях синхронизируются между собой только и передают только тем серверам, которые непосредственно к ним привязаны. Вы можете про это все прочитать, когда будете о проекте NTP смотреть на Википедии. То есть вот наш конкретный сервер, тот сервер, с которым он сверяется, и дальше куча параметров, кто насколько отстает, задержка от этого сервера, задержка между серверами и так далее. Тут могут еще слева быть значительные разные параметры, вы можете их тоже в команде man-ntp.q почитать. Скажем, сервер, который выбран для синхронизации, это звездочка, плюсик, это сервер, пригодный для обновления, минусик, сервер, с которым не рекомендуется, x, сервер, который недоступен и так далее. Ну вот, собственно, вот такой вот вывод показывает нам, насколько мы где, в чем отстаем. Вот delay – это не насколько мы отстаем от сервера, это задержка времени ответа от сервера. Offset – это разница между нашим сервером и сервером синхронизации. Это значение не в секундах, это какое-то сложное рассчитываемое значение, по-моему, от 0 до 377. То есть, ну, если вам интересно, читайте. Мы просто вот эту команду посмотрели, вывод ее увидели, то, что да, все работает. Я вам, наверное, брошу ссылочку на мануальчик. И теперь еще один момент нужно посмотреть. Теперь, если мы скажем то, что нам нужно синхронизироваться той командой, которую мы синхронизировали в самом начале, с каким-то сервером, она нам скажет то, что NTP socket is in use, потому что теперь у нас есть служба NTP, которая сама синхронизируется с серверами интернета. И теперь вот этой командой ручной синхронизации времени мы сделать уже ничего не сможем, потому что NTP socket у нас занят. Подводим короткий итог. Значит, мы с вами разобрались с тем, что у нас есть часы, которые можно синхронизировать с серверами интернета вручную командой ntpdate, или есть отдельный сервис NTP, который умеет синхронизироваться автоматически и сам раздавать точное время, если это нужно.